Привет, друзья! Меня зовут Марат. В своем предыдущем ролике я рассказал о том, как я с помощью программы «Микроинвест» поднял свой мясной бизнес на новый уровень, благодаря специалистам компании «Юпост.ру». Теперь я поделюсь с вами основными бизнес-процессами в мясном деле, которые позволят достичь наилучшего результата. Для начала нам надо поставить на баланс поступившую от поставщика продукцию. Так как у нас собственное производство, мы закупаем продукцию в полутушах. Это делается через операцию «Приход». Выбираем поставщика и объект поступления продаж, то есть конкретный магазин. Далее заносим всю информацию из накладной поставщика. В магазине у нас появилось сырье на остатках с входной стоимостью. Эта информация чрезвычайно важна для дальнейшей работы. Когда мясник разделал полутушу, он заносит всю информацию о полученной продукции через операцию «Индивидуальное производство». Это самый важный бизнес-процесс, так как именно тут мы получаем готовую продукцию и ее себестоимость. Если пропускать данную операцию, то невозможно понять конечную прибыль продаваемого продукта. Приступаем к продажам. Мы в своем бизнесе не используем дорогостоящие весы с печатью этикеток, так как это дорого и трудозатратно. Самый лучший вариант – использовать весы, которые можно подключить к компьютеру обычным кабелем. Сам процесс продажи невероятно прост. Кассир кладет готовую продукцию на весы, вводит код товара или выбирает его из списка. Программа получает информацию с весов и рассчитывает стоимость покупки. Выясняем, как покупатель хочет расплатиться за свой заказ – наличными или картой. Программа распечатает онлайн-чек для клиента и сохранит операцию. В конце дня в магазине делается сверка денежных средств между онлайн-кассой, банковским терминалом и программой. Все должно идеально сходиться. Раз в неделю в магазине делаем инвентаризацию. Это довольно легкий процесс, и он не отнимает у нас более 3 часов. Взвешиваем всю готовую продукцию и сырье. Затем вносим эту информацию в программу «Микроинвест». Когда все позиции внесены, программа покажет нам излишки или недостачу. Таковы основные бизнес-процессы в мясном магазине. Остальные операции производятся крайне редко и мало отличаются от тех, что я показал. Часто мне приходится отлучаться в поездке, но и в это время я контролирую свой бизнес, используя мобильное приложение «Микроинвест Smart Reports», которое показывает обобщенную аналитику продаж во всех моих магазинах. Бизнес для меня стал полностью прозрачен. Когда у вас возникают вопросы, рекомендую обратиться к профессионалам, которые смогут помочь разобраться во всех бизнес-процессах вашего заведения. Удачи, коллеги!